Подольск поступило сообщение о пожаре в хозяйственном магазине рядом с Торгоградом. Прибывшее первое подразделение во главе с начальником караула объявило повышенный номер вызова номер 2. В части было принято решение задействовать автомобиль КАМАЗ, пока еще не стоящий в боевом расчете. Задействовали резервного водителя. Также прибыл на пожар, что повлияло на исход его тушения в более благополучную сторону. Для тушения, ввиду недостатка воды и слабого давления, был задействован водоем на 100 кубов на территории автогазозаправочной станции. Благодаря вот этому водоему нам сейчас удалось локализовать пожар, и в скором времени он будет потушен. Большой площади горения, весь арочный склад, один находился в огне, а рядом стоящий арочный склад находился на расстоянии 3 метров. Были задействованы все силы города Подольска, и также была привлечена цистерна с 29-й части, это УПО-3 по охране спецобъекта. Здесь там еще.